Привет, фон, привет, дорогие подписчики наши, ебать, нашего замечательного канала, братского, такого сплоченного канала фон, и просто случайный зритель, братик. Пацаны, вот и настало время нашего первого братского влога с рыбалки с Кириллом. Как вы знаете, все наши подписчики знают, в курсе то, что Кирилл уехал вчера в армию. Вот, и мы встретились с ним буквально дня три назад. Сразу хочу извиниться за то, что в данном видео присутствует много нецензурной речи, блядь, потому что мы вдвоем нахуярились, короче. Вот, но видос получился братский, такой, блядь, с душой, нахуй. Прежде чем его смотреть, пацаны, просто представьте то, что вы находитесь прямо рядом с нами. Вот, и вкушайте данную атмосферу. Надеюсь, видос вам очень понравится. Пару моментов я прокомментирую, потому что там, ну, увидите, в общем, пацаны. Смотрите обязательно ролик до конца, ролик получился пиздатый, отвечаю нахуй. Пиздатый, атмосферный, смешной. Вот, есть пару моментов кринжовых, пиздец просто, за которые мне стыдно до сих пор. Но это было, естественно, ебать, поднакатили нахуй, как в голову дало, блядь, и понеслась, блядь, как говорится. Также не забывайте, пацаны, хуярить лайки, блядь, пожалуйста, просто поддержите лайкусом, нахуй, потому что первый влог, извините, можно отметить каких-нибудь там, ну, лайков 30, давайте, пацаны, пожалуйста, нахуй, просто братских лайков. Вот, подписочку, кто не подписан, потому что впереди дохуя контента, мы только канал молодой, только развиваемся, все впереди, все эмоции, все рофлы, все челленджи, все вообще впереди. Вот, присаживайтесь поудобнее, пацаны, и поехали смотреть видосик. Вот он, пацаны, ёпты, армеец, нахуй. Здравствуй, небо, облако. Нормально? На лифане, братики, хуярим на рыбалку. О, блядь. Блядь. Приехали, пацаны, ебать, на место, нахуй. Блядь. На лифанчике, братики, смотрите, блядь. Работяга, блядь. Удочки, хуё-моё, блядь. Вон он, блядь, вояка, нахуй. Ну-ка, пойдем посмотрим, блядь. Чё там принес? Пивасик, блядь. Молодой, сколько вам лет? 12. На, нахуй надо, правильно, пизду. Плавать, блядь, отправим. Я в GTA San Andreas играю. В натуре, сейчас плюс сешить будет на рыбу, нахуй. Смотрите, там купаются обрыги. Блядь, оно уплывет. Прут, нахуй, смотрите. Ну, пиздец просто. Вот на случайное место навел, сразу пакет хуёвый. Купаются, вообще похуй. Смотрите, зум, блядь. Нихуя не видно. А, не, вон. Ловится? Ну, там пару карасей лежит. Что нахуй тебе, блядь, пару карасей лежит? Разложились, пацаны, короче. Уже немножко поднаебнули, нахуй. Смотрите, блядь. Уже голд ушел, ебать. Половина. Половина полторашки, нахуй. Вон он, смотрите. Военный, блядь. Пацаны, сейчас рыбку вам, ебать, для контентика, нахуй. Смотрите, ебать. Смотри, какой. Не, ебать, у тебя крупный. Смотри, какой лежит, ебать. Иваныч, машина, блядь. Ебаный рот, нахуй. Телефон не урони, блядь. Во, блядь. Военный. Все, ладно, пацаны, до связи, нахуй. Он тянет, блядь, военный, нахуй. Зацепился на другую. Блядь, зацепился, ебаный рот, с того один. А, сука. Вон, смотрите, блядь, малышка. Вот она, блядь. Оп. Сюда ее, нахуй. Есть киська, блядь. Кстати, у нас тут зоопарк, пиздец. Тут щенки, собаки, нахуй, щенки, собаки, все, блядь. Понапришли. Военный, нахуй. Так вот мы и ловим. Да. Пацаны, это вам, блядь, не плюс цена, нахуй, на Аризоне, блядь. Господи, так, пошли в садочек, нахуй, надо обязательно. Мимо, сейчас уебусь, нахуй. Сюда ее. Замечательно. Это видеоблог, нахуй. Вон едет, блядь. Вот, смотрите, пацаны. Собаками, нахуй. Хуярит. На мотоблоке, блядь. Дебил. Так, пацаны, вот босяцкий стол, блядь. Покажи вот эту вот дуру. Это Кирилл сказал, кстати. Военный, блядь. Морда, ебать, балдеет, нахуй. Шо ты, блядь, сидишь? Ай, пса дохлого сними. Братик, ебать. Кстати, пацаны, ебать,
пошел мимо моих удочек, зацепился лапой, начал скулить, как собака ебаная. Я опарыша спиздили. Кстати, банку, блядь, унесли в кусты, нахуй. Сидит довольный гандун. Так и не нашли. Ну ладно, у нас еще одна есть. В натуре. Пацаны, вам показать опарышей? В натуре. Бутылки упали. Пацаны, смотрите, опарыши. Ну ты дохлый. Не, вот тут ползет. У робоплея, короче, пацаны, вот такой вот опарыш в штанах. Его мамки. Это сказал военный, блядь. Парни, ебать, тянем нахуй рыбу. Смотрите, военный тянет, ебать. Корягу с рыбы. Сука, гарп ебаный, он понял, завел за корягу, блядь. И теперь вместе с корягой проебали, пока праздновали, блядь. Проебали поклёпку. Ну, вон, коряга, видишь? Пиздец. О, видите, ебать, плывет нахуй. Сейчас заставать полезешь. Пиздец, блядь, я рот ебал. Проебали рыбу нахуй. Кирилл, как так-то нахуй? Жду, ебать, смотри, кого тянем нахуй. Кого? Корягу. Корягу нахуй. Вот там вот хуй коряг. Где? Где я ловлю, блядь? Там хуй коряг. А ты... Да, блядь, потому что Донки говорит, пошли, короче... Пить водку. Говорит, пошли водку пить, Донки оставим и уйдем нахуй. Если что, услышим. Нихуя не услышали в итоге. Рыба завела за коряги и пиздец. В итоге не рыба, а одна коряга, блядь. Вот военный, блядь. Охуенно. Коряга, блядь. Соня не оборвал, блядь, тебе. Удочка его, блядь. Еще не поздно, блядь, оборвешь сейчас. Иди доставай, блядь. Там карп по-любому сидит. Два, блядь. Все, пацаны, короче, я поехал доставать. Нахуй, ныряю. Объясни. Как это объяснить? Ну хули, корягу поймали. Теперь вон карася волю. Давай, значит, можешь меня без ебала снять. Да я это и делаю. Иваныч, тебя это... Спайдермен. Ты главное голову не поднимай. Давай руку, блядь. Подожди, шлёпок проебу. Голову не поднимай. Блядь, шлёпок проебал. Вырежешь. За тобой нахуй. Подожди, блядь. Блядь, доплыви до мостика. Ну-ка, на счет три. Раз, два, три. Шлёпок проебал. Ой, блядь. Давай, Вилли, нахуй, посмотри. Нашел, подожди. Да дай ты уже шлёпку. Выгинь ты их нахуй. А, в натуре. Блядь, Иваныч. Ты чего? Дивил, блядь. Кирилл, теперь я точно не чистая. Смотри, слышишь, я сейчас буду... Да нет! У меня твой телефон в руках, если что. Кидай. Куда, блядь? Куда-нибудь. Куда-то, блядь. Давай, руку. Блядь, лучше. Ой, ебать. Так, мужики, ебать, сидим нахуй. Пердим. Чуть-чуть при этот. Приловили рыбу. Приловили рыбу, сейчас покажу, пацаны, подождите, нахуй. Телефон не приебал. Давай, я подержу телефон. Кися. Кися у нас тут. Вот это вот карася мы поймали, блядь. Вперед, нахуй. Братья, блядь. На плоту.
Уже темнеет, пацаны. Может, видишь, она уже чуть-чуть поднахуярились. Не ебу, блядь, что тут надо делать, нахуй. Не урони, блядь. Военный. Честь имею, блядь. Вот, пацаны, держим в курсе. Смотрите, ебать, уже наловили, нахуй. Смотрите, ебать, нахуй. Да и утром еще покажем, пацаны. Там еще утром пизда будет, ебать, клёвка. Тут килограмм 7 есть точно, нахуй. Натуре, блядь, ебаный рот, нахуй. Не побольше, блядь. Ловили. Приключение пизда, короче. Приехал мужик, говорит, ебать, чё ловим, нахуй? Мы говорим, ловим. Кого ловим? Кого ловим, сказали. Мы говорим, да хули, вы тут не ловите, сейчас к вам приедут, говорят, ребята, разберутся, типа. Никого нету, нахуй, в итоге. Если шо, мы, ёпта, с Кириллом в челюсть, нахуй, до свидания, друг блядь. Другу, блядь. Друг другу. И тут, пацаны, нас конкретно развезло, и дальше понеслась вообще лютая хуета, блядь. Смотрим, пацаны, тут надо смотреть, слушать все вообще, внимать, нахуй, то, что происходит. Это видеоблог, блядь. Видите? Этот какой? След от огонька, блядь. Фонарик, нахуй, налобный, блядь. Пацаны, сейчас будем костер разводить. Кого, блядь? Военный, подожди. Ну-ка, дай фокус поймаю. Вот он, блядь. В облаках. Здравствуй, юная сова. Сейчас, пацаны, как разведем костер. Костер, пацаны. Туториал, блядь. Смотрите, нахуй, берете хуйню какую-нибудь. Якобы бумажка. Там как-то можно вспышку делать. Справа, а можно слева, блядь. Что-то тут нихуя. Подожди. Смотри, самая важная деталь тюнинга в Лифане. Давай. Это, как она исполняет роль безопасности корпуса, то есть в случае чего, то есть он сгибается где надо, это дырка. Вот, дырка. Дырка, запомните, запомните, наклейка на Лифан с черепами, блядь. Плюс 100 к прочности, пацаны. Пол порога, ты хуярил. До свидания, блядь. Подожди, ну, вот, а, сюда, короче, обратно. Шатает, пиздец. Смотрите, обратно суете вот так вот, пацаны. Да. И все, ёпта. Как вот. Новый, как новый. Ебать. Не-не-не, слышь, это танк, пиздец, я тебе говорю. Подождите, сейчас, ебать, неожиданный контент, пацаны. Кто бы мог подумать на канале Фон? Руль, блядь! Руль! Это руль! Лифана! Это руль, блядь! Вы видели где-нибудь руль Лифана, блядь? Вот он, нахуй, на канале Фон, блядь! Вот он... контент. Смотри, смотри, туда. Снимай, смотри. А еще ебать. Ну-ка. Хуя себе. Нихуя. Выключается, включается. Ебать. Кирилл, ты волшебник, блядь. Нахуй тебе в армию? Тебе надо в Хогвартс, блядь. Сука. Блядь. План такой. Сейчас разводим костерчик. Ставим сосисочки там. Ну, пока костерчик горит, мы... Удочки перезакидываем, нахуй. Светлячочки ставим. Натур, светлячки, блядь. Светлячочки, блядь. Нахуй, чтоб вы видели, блядь. Светлячки, это, короче, светодиодные хуйни, которые видно ночью. Да. Вот такие вот дела, блядь. Типа, знаете, браслетики такие, как в детстве были, блядь, лагерь. Блядь. Натуре, блядь. Это костер, пацаны, смотрите, какой сделали, блядь. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, напиздел. 6 камней. Это кирпичики. Кирпичи. Какая хуй разница? Камни, кирпичики. Бля, какая рыбалка. Мне пизда. Он военный, смотрите. Как выжить 24 часа в лесу? 150 рублей в неделю, блядь. Покупайте сосисочки на 149.50. Подожди, ебать, все нормально, нахуй. Ебать, водка дала пизда. Водка дала пизда. Ебать, местные думают, ебать, что за дикари приехали, нахуй. А вот там дом, пацаны, короче. Там садок уже съебался. Бля, наловили без пизды, пацаны. Садок рыбы, нахуй. Логично, блядь.
подписочку, лайк, комментарий, ебашьте, хуй его темень, блядь, пишите лайфхаки, как дрочить вечером, как расставлять камни, блядь, а ты у меня спросил, по фэншую, блядь, хуярьте комментарии в натуре, блядь, ёбан рот, свои очки, пиздец, заценят этот видос, 100%, нахуй. Лайку съебать, мы встретились, нахуй, сколько, блядь, кто с нами был, нахуй, вещает, пацан, глаголю. Глаголю, блядь. Кто с нами сколько был, пацаны, ни разу не было ничего такого, где мы именно вместе, блядь. В натуре, блядь, сняли что-то для вас, пацаны. Ёбай, блядь, видосик, нахуй. Пацаны. Могли хуй забить, бухать просто вместе. Ебать мне пизда, Кирилл. Я думаю, им будет интересно смотреть на... Не до костёра. Не, нормально, костёр сейчас будет пиздец фаер, нахуй. Так, подождите, зажигалка, это вот... Телефон ищите, нахуй. Ёпта, вот он. Подожди. Ебать, я не встану. Тихо, сейчас, вставай. А запись идет. Дай руку, блядь. Подожди. Это фронтальное или обычное? Военный тут. Все в порядке. Я в безопасности. Блять. Ебать мне пизда. Подожди. Военный. Хуйна. Дай. Ну-ка покажи свое личико. Хорош, блядь. Ебать военный, нахуй, ебать. Приедет, пацаны. Мужик, нахуй. Бжик-бжик, блядь. Празднуем, блядь. Не празднуем. Провожаем, нахуй, Кирилла на рыбалке, блядь. Нахуй. На канале Фонок, на котором 1200 подписчиков, блядь. Такой, блядь, видеоблог. Нахуй. Такой босяцкий, простой, свой... Понимаете, как... Не как... перед кем выёбываться. Не перед кем выёбываться, там что у нас Настя какие-то, или что мы приехали на крузаке, нахуй. Ой, Иваныч уебался в кусты, нахуй. Кирилл в ебеня сидит, костер разводит ночью, нахуй. Вообще похуй. Во, загорел. Как будто вы, вот представьте, как будто вы тут находитесь, ёбаный рот. Ебать, сходку сделать на рыбалке, нахуй. Это ж, вот тут, блядь. Жена, нахуй, ей, блядь, будет по месту говорить, дай деньги. Всё, пизда зацепились. Блядь, залупа, ёбаный рот. Ну-ка, подсекаем этот. Кстати, Донка тоже клевала. Блядь, да что ты делаешь, давай костёр... Подожди, слышишь, Донка, кстати, тоже клевала. Марин, иди снимай. Да, костер развязал, блядь. И тоже за корягу. Вот потому пиздец. Что мы долбоебы. Блядь, ну еб твою мать, ты рыбалка нахуй. Чита, а что снимать? Не видно ж ни хрена. Нахуй. Одна эта хуйня не клевала. Потому что все клевало, блядь. Все клевало, мы все проебали абсолютно, блядь. Они все завели за корягу. Хитрые карпы. Пацаны, пиздец, блядь, проебали поклевку. Пизда, блядь, я рот ебал. О, как в ночи? Как в ночи, блядь, вынимать удочки из коряг? Это видеоблог. Военный, ты должен знать ответы на все твои вопросы. Короче, я лежу на земле, предисловие, вот. Вон костер, я развел, Иваныч развел, блядь. Вот, тащу ветку, не рот ебических размеров. Уебался, пьяный в пиздец. Он лежит, пацаны, он лежит в земле, блядь. О, военный, блядь. Носом втыкает, блядь. Светит на меня, блядь. Лежу, вон костер, тащу ветку до костра, пацаны, ёпты. Все, ебать, на связи, нахуй. Так, пацаны, смотрите, ебать, закинули раколовку, короче, на раков, нахуй. Раков, пацаны. Смотрите, нахуй, раков, нахуй, сколько. Они маленькие, но, блядь, типа, есть и крупные, вот, смотрите. Да плохо видно. Днём надо покупать. Ну, он кишат, пацаны, вот, видите. Кишат раки, 100%, нахуй. Это маленькие есть, они большие. Может, давайте ведро скинем сейчас? Да зачем, они вылезут, не? Да из ведра. Они же отсюда все равно не вылезут. Да нахуй они тут будут. Глянь, слышишь, подожди, блядь, посмотри, как они обладали плотву. Да. Смотрите, вот была целая рыба. Все, пиздец, до свидания.
Пацаны, смотрите, ебать, это рак, нахуй. Ну, до большого пока, что-то, дитя. Глядите, ебать, клешнями хуярят. Они пиздец какие вкусные, но только хвост, блядь. Да. Смотрите, ебать, ебать, дай вертов, нахуй, просят, смотрите. Ебаный рот, нахуй. Время 5 утра, нахуй. Встали. Разложили заново. О, военный, нахуй. Ждем улов, блядь. Утренний поклев. Доброе утро, пацаны. В натуре, доброе утро, блядь. Военный вам желает. Поспали пару часиков. Заебись. Сейчас кофейка ёбнем. Помчим. Так, ну все, рыбалка подошла к концу. Заебали же, суки. Жарко, пацаны, нахуй. Смотрите, улов, нахуй. Доставай. Ща, блядь. Ничего. Смотри, нахуй. Вот, ебать. Целая баклажка, нахуй. Hold up.